World. Всем привет, с вами Негатив. Рассмотрим очередной бой 2-2. Ходил я со своим сокланом Ник Сахалин, 20-й ранг, я 22-й. Против нас выпал игрок из клана Деды Морозы, Мухаммад 1997. Крепкий игрок, кто с ним играл. То есть, несколько у меня с ним боев было и до этого. Хороший, крепкий игрок. И неизвестный мне до этого боя игрок из неизвестного клана. Special Ops Squad, по-моему, ник Olympus Phalen, Филиппины, я так понимаю. В общем, бой 41 минута, тоже довольно-таки долгий бой получился, но очень напряженный. Карта промзона. Повторюсь, я сейчас стараюсь все чаще и чаще играть авиацией. Но здесь у нас есть море, и сам бог велел выйти здесь с развертки, насколько я помню. Да, выхожу я с развертки в море. Сахалин у нас ставит экономику. Он через развертку не пошел. Пошел у нас сбор ресурсов. Ну, на земле здесь их не так уж и много. На центре. То есть, ну, здесь мы там до середины добежали. По флангам мы все собрали. Здесь в тылу я тоже забрал. Но я поставил обе верфи. Плюс у меня как бы две ЦСки уже стоит. Сейчас вот третья достраивается. И плывем к базе зеленого игрока. Он тоже вышел в море, но не успел произвести дельту. Здесь начинается раш кайманами. И, как вы понимаете, на этом, в принципе, наверное, бой можно было закончить. Простой и легкой победой. Но это неинтересно просто-напросто. То есть, да, мы иногда рашим под корень. Но через раш не так интересно играть, чем противостоять серьезной армии, играть через развитие и так далее. Синий игрок также вышел в море. Здесь вот вверх мы видим. Здесь зеленого игрока я в море, естественно, не выпустил. И мы здесь убираем вот эту вот оборонку. Тем временем я апнул третий штаб и выхожу в авиацию. Плюс делаю завод спецмашин. Здесь Валера у нас идет в четвертый штаб, через 5 ЦС-ок в ЕГХАМ. Разведку я здесь выпилил койотом, плюс у Валеры тоже заказал койотик. Я ему здесь не попал, хотел сказать, чтобы он производил ЕГХАМ, а я чисто буду за авиацию отвечать. Ну и плюс ПВО. Здесь я, естественно, зачистил берег. Можно было сделать барракуд, выбить штаб, он бы отстроился туда. Ну, как бы это бессмысленно на этой карте. Это вот здесь вот очень удобно играть через аллигаторов и выбивать штаб. Здесь штаб находится очень далеко, и здесь аллигаторы даже на принудительном огне, насколько я помню, не достают, то есть нужна барракуда. У синего игрока, как мы заметили, появились вертексы уже. Я здесь произвожу кречетов. Вот он начинает выбивать моих кайманов. Мне приходится отступать. Производятся у нас дикобразы для обороны нашей базы. Ставлю стационарную ПВОшку вот здесь вот на всякий случай, чтобы сохранить верфи. Здесь строилась ракетка, я вылетел, двумя кречетами ее забрал. То есть не дали мы достроиться. Вылетает его авиация, поздновато очень. Здесь снова я поднимаю своих кречетов. И сейчас будем то ли бункер, то ли казарму ломать. Бункер, по-моему. Чуть-чуть у него осталось. Я понимаю, что сейчас вертексы поднимутся, и мне не вариант просто-напросто на еще один круг заходить. Я отступил и иду уже напрямую на атаку вертексов, то есть одного сразу же сажаю и отступаем, не потеряв ни одного кречета. Учимся играть авиацией, потому что на более высоких рангах без нее никуда. Разведка у нас раскидана везде. Здесь тоже все стоим, палим. Здесь появляется Зевса Град. Здесь Сахалин у нас копит наземный отряд. Я выхожу в четвертый штаб. Звено кречетов у нас есть.
есть несколько дикобразов, и все. Поставил я 6 CS-ок. Здесь понимаю то, что Сахалин сейчас пойдет в атаку. Здесь опять строится ракетка. Вылетели вертексы на атаку его Ягахама. Я, во-первых, добираю бункер. И сразу же добираю еще ракетку. То есть пытаюсь расчистить путь для Ягахама. Ракетку мы забрали. Сейчас я еще, по-моему, Зевсов буду забирать. Да. Здесь достроилась ПВОшка. Сейчас еще одна вырастет. Забираю еще одного Зевса. И сейчас буду, по-моему, отступать. Все, дорога Ягахама, в принципе, открыта. Здесь вот зеленый, конечно, подтягивается. Здесь на разведке техники. Нужно было вот сюда вот врываться и разносить базу с тыла. Здесь пошла застройка стенами. Хамелеон уперся в них. И Валера раскладывается прямо вот здесь. Вот сейчас вот будет выбивать стройдвор, по-моему. Нет, по Зевсам стреляет. Нужно было, конечно, проехать вот сюда вот. И вот я ему как раз пишу об этом. Проезжай, потому что он встал прямо под грады. Здесь всего 3 штуки. Плюс здесь вот недоконтроль своего рода. То есть вертексы значительную часть ягуаров еще выбили. Вот он, в общем, проезжает. Но уже половина отряда не осталось. Здесь я уже поднимаю свои кречеты, пытаюсь выбить градов. Вот, который стоял на первой линии града, я убрал. И отступаю, потому что терять сейчас авиацию смысла нет. Здесь тайфуны еще пошли. Валера здесь проехал. Хамелеон уже сел, к сожалению. Начинает отступать, но здесь уже бессмысленно. Забирает он одну ЦС-ку, и отряд наземки потерян. Тем временем я ставлю еще один аэродром, еще один авиазавод, и улучшаюсь тоже до Хамелеона. Потому что нам нужен второй отряд наземки. Валера один, скорее всего, не пробьется. У него, конечно, копится новый отряд, но там уж больно много наземки. Зевсоград, плюс, скорее всего, щит будет, потому что два завода спецмашин. Рано или поздно один 100% улучшится до щита. Продолжаем развиваться. Обменялись, так сказать, оплеухами. Мы их маленько покусали. Они нашу наземку разобрали. Здесь вот вылетали, по-моему, опять вертексы. Чуть-чуть раздамажили армию Сахалина. Здесь я поднялся на перехват, но конфедерат грамотно отступил и не стал принимать воздушный бой. Сахалин предпринимает вторую попытку проатаковать, насколько я помню. Потихонечку подтягивает Ягахам к базе конфедератов. Я пишу, чтобы он атаковал вот эту точку. Здесь потому что ПВОшки, я ему помочь не могу. Они встречают здесь его уже. Плюс здесь застройка стенами. Здесь пока что стенок не так уж и много. И плюс я собирался выбить стройдвор заранее, чтобы не было стенок. Вот что я в принципе и делаю. Но здесь большая группировка наземки. Стройдвор-то я, конечно, выбил. Стенок здесь уже не будет, это хорошо. Я продолжаю принимать бой, выбивая градов. Валера здесь подходит. У меня уже, по-моему, авиации нет, а вот градов здесь очень много еще осталось. Вот я и добиваю еще одного, но теряю всю свою авиацию. Валера здесь принимает бой против Зевсов. Грады, конечно, достают, но больше накрывают сплэшем. Вот выбили они Хамелеон и... Сейчас, не знаю, включится этот или нет, вот включается хам. Стало здесь два прикрытых ягуара, один неприкрытый. Вот Валера начинает закрывать его. И, в принципе, опять разменяли наземные армии. То есть у зеленого игрока выбили всех зевсов фактически. Ну вот, как видим, там стройдвор снова вырос, к сожалению, и идет застройка стенами. Я тем временем пытаюсь восполнить потери авиации. И тоже вышел в Ягахам, начинаю производить технику. У меня два завода, один еще, по-моему, не до ягуаров. До хама я уже вышел, и с двух заводов клепаем авиацию. У Сахалина у нас здесь уже три завода до ягуаров, насколько я понимаю. Завод до хама и завод до дикобразов. Он опять здесь начинает копить свою группировку. Вот этой армии он не отступил, очень зря. В общем, теряет он ягуаров, остался здесь один хам. Вот он его успевает включить. Я поднимаю свою авиацию. Ну, хотя бы 400 ресурсов, может быть, я и сохраню, конечно. Ну, что-то я здесь на отмену, по-моему, нажал, не полетел. В общем, отступает он этим хамелеончиком. Судя по миникарте, сами можете наблюдать, уже две такие огромные базы.
Плюс зеленый игрок как бы здесь тоже застраивается стенками. Плюс он вот здесь вот стенки поставил. То есть к нему вообще не подойти. Синий игрок здесь тоже баррикадируется. Вот здесь вот строй двора пока что нету. В общем, продолжаем просмотр. Я решаю зайти небольшим своим отрядом именно с угла вот отсюда, чтобы отвлечь обоих игроков, постараться стянуть их вот сюда, в эту точку. И задумка у меня была, что Сахалин зайдет наоборот вот отсюда, здесь тем более стенок и строй двора нету, и попытается зайти в тыл базы, к примеру, и забрать здесь, ну, очень много. Вот я ему пишу: заходи слева, и пишу то, что давай аккуратнее, потому что здесь проход-то очень узкий и могут накрывать торы. Вот он здесь меня маленько недопонял и выдвигается вот в эту точку. Здесь поднимаются вертексы, уже очень много их. Ягуары здесь половина прикрыты, половина не прикрыты. И часть ягуаров была потеряна. Поднимаю я, в общем, своих кречетов, но вертексы уже отступили. Не пошел он на новый заход, к сожалению. Я все-таки разворачиваю, пытаюсь сделать второй круг, но, тем не менее, вертексов опять нету. В общем, Сахалин здесь продвигается, упирается, естественно, в стенки. Ягухам здесь, конечно, огромный, но все хамелеоны, по-моему, включены сейчас. Начинает отрабатывать ракетка. Тут куча ПВОшек, просто видите, сколько тут и тайфуны стоят, и 5 стационарных, 6-я строится. То есть мне летать здесь просто-напросто не вариант. Я ему пишу, что отступаем. Потому что моя задумка была, чтобы он вот отсюда именно заходил на разведке. Здесь вертексы опять начинают прилетать. То есть ягуары вылезают постоянно из-под хамелеонов. И очень большие потери несет Сахалин на самом деле. Вот, продолжают вертексы. Дикобразов здесь уже нету. Снова я поднимаю кречетов. Но синий игрок тоже грамотно отступает, то есть старается не терять свою авиацию. Мой здесь отряд Ягахама потихонечку продолжает двигаться в сторону угла. Здесь вот, по-моему, летит вертекс куда-то. Может, не летит. По-моему, летел на разведку. Валера мне пишет, говорит: ты градов убери, а я там пробьюсь. Ну, блин, я здесь ничего своей авиации не сделаю. Речь на 22-м ранге, конечно, имба, но не настолько, чтобы летать над таким скоплением ПВО. Вот. И плюс с тем учетом, что здесь стенки, ресурсы явно у игроков есть. То есть они армию не теряют сейчас. Они будут клепать эти стенки. ЕГХам он здесь не пробится. Посмотри. Он будет зажимать своими стенками до самого победного. В общем, вылетает авиация. Здесь разведка, благо, у нас стоит четко. Начинает она вот здесь накидывать по хамелеону. И поднимаю я уже своих кречетов. В общем, даю здесь несколько залпов, сажаю несколько вертексов и отступаем. То есть очень хороший вылет был. Я, конечно, здесь тоже от ПВОшек здорово получил, потому что палочничал и слишком долго сопровождал вертексов. Но, тем не менее, я не потерял кречетов и посадил несколько вертексов, остальных раздамажил. Это уже хорошо. Здесь все продолжает что-то мелькать. А, там вон уже щит нарисовался. То есть появляется уже щит. Зеленый игрок у нас играет через наземку. Авиации у него нету. А вот синий подался в Масави. Это явно. Вот здесь Сахалин меня послушал. Он заходит именно вот с этой стороны. Как я планировал. Я тем временем подвожу небольшой отряд с этой стороны. Здесь отряд Ягахама натыкается на разведчика, точнее, койот. Поднимается авиация, но вот здесь я вовремя среагировал на самом деле. И мои кречеты уже в пути. Вовремя включается хамелеон. И, в общем, здесь опять катастрофические потери авиации несет конфедерат. Мы без потерь возвращаемся. И понятно, что он спалил Ягахама. Здесь вот опять ошибка, опять все хамелеоны, по-моему, работают. Один, нет. Два выключены вроде. Не пойму там. Тоже, по-моему, работает. Три включено, один выключен. На 21-м ранге там больше будет накрывать. В общем, я вот здесь вот своим ЕГХАМом тоже подхожу, пишу, что атакуем.
пытаюсь отвлечь внимание, либо наоборот, самостоятельно здесь пробиться и дать возможность Сахалину зайти. Но, как я и предполагал, тоже здесь вынесен был стройдвор в срочном порядке и пошла застройка стенками. Плюс здесь огромная группировка, опять же, наземки от именно уже синего игрока. У меня здесь аналогичная ситуация, то есть стены я выбиваю, он сразу же ставит новые, пробиться я не могу. И здесь армия уже зеленого игрока меня встречает, плюс грады. Синего игрока нету градов, но очень много зевсов. То есть вот о чем я и говорил, то есть стенки. Ну не пробиться ЕГХамом, просто-напросто. Он будет зажимать, ЕГХам просто даже сам от себя рассыпется. Я здесь отступил, вот на этот вот бугор хамелеонов включаю поочередно. Пишу Сахалину, чтобы он отступал, хамы у него садятся. Но он рвется в бой, дальше дамажит армию синего игрока. Я ему пишу то, что давай это, отступи, не теряй свою армию. Я здесь в ядерку, по-моему, вышел, да, вот она. Со стеночниками разговор короткий. Но, тем не менее, Валера меня не послушал и теряет, по-моему, всю свою армию. Да, вертексы, в общем, это все добивают. Мне здесь опять приходится поднимать авиацию. Но я понял, что я просто-напросто не спасу этого одного ягуара. А потеряю об эти ПВОшки всю свою авиацию. Конечно, вот сюда вот на патруль послал, на всякий случай. Вдруг он все-таки будет залетать. Здесь продолжаю просто стрелять по стенкам, то есть, ну, стенки это те же ресурсы. Я встал около них, он градами не подъезжает, плюс я на бугорке стою, он меня не видит, что здесь вообще происходит и насколько здесь большой отряд. То есть я периодически просто сюда переключаюсь, выношу эти стены и продолжаю стоять, а сам занимаюсь здесь на базе. В общем, ядерка у нас заряжена, я, по-моему, выбираю цель. И вот здесь вот видим отряд авиации, я ему пишу, чтобы он копил срочно отряд наземки. То есть авиация палит ядерку, начинает вот сюда вот, то есть выбивать ее, но ракета пошла. То есть я здесь все-таки быстро среагировал, выбрал цель, первую попавшуюся, выбрал я именно ПВО и экономику, плюс здесь часть заводов, может быть, зацепим. И здесь смотрите, что мы видим, ну, давайте на паузе. То есть здесь база синего, видимо, не сильно прокачана, либо он оборону не успел включить, то есть здесь тоже пятый штаб. Очень много аэродромов, но отлетает у него абсолютно вся экономика. Тут вот при ЦСке осталось все электростанции, одна штука у него. И все заводы, вот один авиазавод у него остался. Здесь у нас тем временем продолжает состояние моего ЕГХАМа. А здесь приезжает огромный Зевсо-щитоград. У меня на базе просто-напросто ничего нету. То есть ядерку мне выбили, у меня 7 кречетов. Наземки нету никакой абсолютно. У Сахалина здесь вот один хамелеон, два ягуара. Вот здесь вот три ягуара. Ну и заводы пыхтят. Смотрим, что будет происходить. В общем, для начала они ломают мне верфь, естественно. Я поднимаю авиацию. Моя задача выбить в первую очередь щит. Обязательно нужно выбить щит. Он здесь, по-моему, один. Вот я его выбиваю, здесь очень много тайфунов, то есть я сразу же тут потерял за один залет два кречета, остальные у меня раздамажены. Мне встречать эту армию просто-напросто нечем, я здесь, конечно, два ягуара заказал. Казармы у меня стояли на переднем фланге, и ни гренов, в общем, ничего нету. И здесь я делаю то же самое, что делают конфедераты. То есть начинаю просто издеваться над ним. По-другому я это не могу назвать. То есть мы, во-первых, отсеяли зевсов от тайфунов. Грады там остались отдельно. В общем, этот небольшой отряд ЕГХАМа врывается, выбивает градов для начала. Здесь, конечно, можно тоже было разложиться чуть пошире и на более безопасной дистанции, чтобы не терять юниты. Здесь зевсы продолжают продавливать, то есть я стараюсь помогать кречетами, насколько это возможно, дамажу целых, не целых, а наоборот шотных зевсов, чтобы как можно меньше урона они наносили моей базе. То есть все, у меня авиации уже нет, вот здесь вот один ягуар
Сахалина тем временем здесь тоже хамелеон сел, то есть здесь куча тайфунов, и вот здесь 5 зевсов эти остались. То есть у него дотекание вылезает, вот по 3 ягуара летают вертексы от синего игрока. И здесь я понимаю то, что он очень уж увлечен разбором моей базы. Я ее здесь просто-напросто не спасу. И я просто-напросто переключаюсь вот сюда вот. И смотрим, что здесь будет происходить. То есть игрок, видимо, не заметил этот момент в порыве разбора моей базы. Чем пробиваю я стены, выношу, включаю именно по одному хамелеону. То есть оба они у меня заряжены. И на атаке всех юнитов выбиваю ему штаб. Вот здесь вот они один дикобраз выбили. Я хамелеон поставил ровно посередине, чтобы вся моя армия была накрыта. Выбиваем вот этих вот двух зевсов. Тем временем здесь Сахалин небольшими именно дотеканием ЕГХАМа продолжает выбивать эту огромную группировку. Я даже, честно, не думал, что мы отобьемся. Я думал, все, мы проиграли. То есть, но, тем не менее, он тут потихонечку все это продавливает. Меня, конечно, здесь тоже разнесли фактически. Но я потихоньку здесь продвигаюсь. То есть ломаю базу зеленого игрока. Здесь вот видим, дотекание уже от синего игрока пошло. Но мы ему выбили заводы. Здесь, возможно, была вся его армия еще, когда я ударил ядеркой. И то есть ему тоже помочь своему союзнику просто-напросто нечем. То есть поочередно повторяю, включаю хамелеоны и не спеша, спокойно продавливаю зеленого игрока. То есть здесь паниковать, потому что смысла было, ну, вообще бессмысленно. Лететь куда-то там напролом через здание, чтобы вертексы меня выбили, ну, мы бы здесь, наверное, тогда проиграли. Еще проезжаю прямо вот по миллиметру и не спеша, потихонечку выбиваю. Здесь тем временем я прям смотрю, там уже зеленая кучка редеет, красненькая стоит на моей базе, думаю, здорово. Сахалин меня еще и отбил. Я-то уже как бы приготовился, ну, чисто разменяться, думаю, один на один будет играть, значит, либо там, ну, я не знаю. Задача была разменяться, прекратить поставки армии зеленого игрока, потому что синего мы здесь очень сильно уже нарфанули, так скажем. То есть по-прежнему я здесь проезжаю, но наступает такой неприятный момент, когда двух хамелеонов все равно не хватает. То есть рано или поздно наступит тот момент, когда вам нечего будет включать, то есть оба хамелеона будут посажены. Вот как раз наступает этот момент, но от базы зеленого здесь уже фактически не осталось ничего. И здесь я уже начинаю фокусить заводы, именно несмотря там на пехомолот или еще на что-то, то есть выбиваем именно заводы, чтобы лишить производства зеленого игрока, тяжелого производства. Сахалин тем временем здесь посылает дозаказ на центр, но здесь тоже вот это вот дотекание зеленого игрока шло. Моя армия здесь все кончается, но от базы зеленого игрока осталась одна ПВОшка и одна ракетка. То есть полностью лишили мы его этого базы. Просто под корень. Синий игрок, чтобы помочь своему союзнику, начал клепать пехомолот. То есть он не успел выйти в зевсов. У него один авиазавод. И он очень сильно потратился на это все. Тем временем Сахалин продвигается на центр. Я ставлю резервный штаб. Как бы авиазаводы у меня целы. Два аэродрома целы. Завод до ягуаров целы. Экономика тоже, в принципе, частично. Тут стоит 3 ЦСки, электростанции есть. Все прекрасно. И Сахалин начинает продвигаться. Использую я буст реконструкции, ставлю обратно электростанции, потерянные ЦСки. Вылетает синий игрок авиации. Здесь вот недоконтроль со стороны Валеры. Хамелеон отбился, был не включен. Выбивают ему первый хам. Выбивают. Вот он здесь успел все-таки включить. Здесь тоже включается. И Валера заезжает прямо в пехомолот. Я ему пишу, чтобы он не терял армию. Мне нужно восстановиться. Авиации ему противопоставить нечего. Он не делает дикобразы сейчас, которые могли бы также помочь против пехоты и плюс против авиа. Я ему пишу, чтобы он отступал. Он все равно едет на пролом. Я-то прекрасно понимаю, что тут против пехомолота ЕГХАМ нужно намного больше, там фулково 4-го штаба нужно. Я уже ему написал, я говорю, давай, я говорю, я сейчас это диких наклепаю. Как бы я за контрпехоту плюс авиацию.
А он уже будет контрить технику и накрывать нас своим хамелеоном. Здесь он на разведке техники отступает. У меня уже сделалось первые два кречета. В общем, вылетаю я здесь, пытаюсь выбить эту пехоту. Пулеметом он стреляет по вертексу. Причем Сахалин у нас отступил все-таки частью армии. Я ставлю два завода спецмашин. Апаюсь до 4-го штаба, произвожу кречетов. Здесь у нас копится ЕГХ большой, о чем я и говорил. По-моему, даже без дикобразов, да, чисто ЕГХ. Я начинаю клепать, как видите, именно дикобразов. То есть мне сейчас хамелеон просто-напросто не нужен. Заказываю чуть-чуть ягуаров и стрелков. Прилетает синий игрок ко мне на разведку, но получил он здесь очень здорово от дикобразов. И атаковать он передумал. Поздновато он, конечно, прилетел. Он, наверное, штаб хотел, может, выбить или еще что-то. У меня здесь уже целая база стоит. Причем с 4-м штабом уже. Здесь прилетает авиация к Сахалину. 12 вертексов. И на голде начинает выбивать ему штаб. Здесь очень удачно, во-первых, ПВОшки отработали. Плюс кречеты дали три таких залпа, что все 12 вертексов упали, не сделав абсолютно ничего. Штаб уцелел. Спасли мы этот штаб 5 уровня. Не потеряв ничего абсолютно. Сколько там получается? 300, 1200, 3600 ресурсов игрок слил. Мог помочь своему союзнику. Ну и здесь Сахалин уже начинает выдвигаться. Сделал он тоже дикобразов. Все-таки. И я чисто прям вот спам. Много диких, чуть-чуть пехоты. Ягуар тут он даже появился. И вылетаю кречетами на разведку. Вообще посмотреть, что там происходит. Здесь выбрал всех юнитов, по-моему, в общую кучу. Подъезжаем мы к базе синего игрока, упираемся снова в стенки. Здесь Валера даже аллигатор успел заказать когда-то. В общем, опять успел наклепать авиацию, синий игрок начинает выбивать аллигатора. Но здесь очень много дикобразов. То есть авиация была просто-напросто обречена. Сами это понимаете, я думаю. Ставится торпедка, тоже непонятно зачем, если там один аллигатор был. Я здесь поднимаю свою авиацию, залетаю вот с этого фланга, выбил я ему уже все три аэродрома. Точнее, вот это вот уже, по-моему, четвертый был, то есть я залетел через верх, где не было ПВО, выбил ему это все. Зашли мы здесь очень удачно ЕГХ-ом, плюс моя пехота, тут дикобразы плюс пехота. В общем, дикими я катаюсь. Урон у них наносится очень-очень далеко. Синий игрок продолжает клепать авиацию. Ну, его, конечно, тоже можно понять. А ему больше клепать нечего. У него один завод до молотков и пехота. Плюс авиация. Ресурсы, скорее всего, есть, а произвести он ничего не может. И все дотекание у меня идет чисто сюда. Ну, в общем, мы пробиваем полностью синего игрока. Зеленый тоже, как мы можем наблюдать, вышел в молотков. Он понял то, что до зевсов он просто-напросто уже, скорее всего, не успеет. То есть он пошел в более легкое, но массовое производство. Но мы-то предприняли контрмеры, то есть начали производить пехоту. И начали производить очень много дикобразов. ЕГХ тем временем вот там вот отстреливается, а моя пехота здесь это все встречает. Ну и снова я поднимаю авиацию и начинаю здесь, по-моему, выносить именно заводы в первую очередь. Сейчас ПВОшку эту заберем. И сейчас будем добирать заводы. С базой синего там уже фактически покончено. Здесь, по-моему, игроки уже сдались, если я не ошибаюсь. Может, и ошибаюсь. Нет, сдались, да. Здесь вот Сахалин пишет то, что жди, у него контракты. Но я понимал, что я здесь кречетами не доберу, конечно, базу. Так просто дал им маленько полетать в свободном режиме.
Ну и все, дальше мы делали контракт. Такой вот бой у нас получился, на грани поражения мы были. Особенно, когда вот здесь вот пришел огромный Зевса щит, который нам нечем просто-напросто отбивать было. Вот такой вот бой. Всем спасибо за просмотр, комментируйте, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем удачи и хороших боев. До новых встреч. Всем пока.